Тайны малаховских экспонатов. Сотрудники Музея истории и культуры отметили Всемирный день экскурсовода. О том, как приходят в эту профессию, в нашем сюжете. Экспозиция деревенского быта. Загадки Малаховки, старинные экспонаты и предметы военного периода интересуют Дарью Давыдову давно. Вот уже 10-й год она рассказывает гостям музея об истории поселка. Мне очень нравится, красиво, интересно, старинные вещи. Хожу иногда в музей Люберецкий, там езжу еще в другие музеи иногда. Таким же посетителем раньше была сама Дарья. Востоковедение решила оставить ради изучения загадок родной земли. Начала исследовать и первый результат. В собственном доме нашла необычный экспонат. Это вышивка, выполненная бывшей хозяйкой дома, которая его строила в 1927 году. Я совершенно случайно нашла этот фрагмент, но очень часто вот такие какие-то интересные, необычные вещи нахожу. Тогда Дарья поняла, что выбрала дело своей жизни. Историю Малаховки изучала уже в музее. Руководители сразу заметили энтузиазм Дарьи, и из слушателя она перешла в роль экскурсовода. Ее взяли на работу. Я всегда чувствовала, что меня окружает что-то такое, что хочется узнать, разгадать, понять, что меня окружают вещи, которые прожили уже какую-то свою долгую жизнь. Помимо ведения экскурсий, Дарья составила 2 тома энциклопедии Малаховки. В книгах сотрудница музея собрала все материалы и фотографии. Большая часть старинных предметов – это личные вещи местных жителей. Недавно люберчанин подарил новогодние украшения. Принес нам 2 больших коробки советских елочных игрушек и говорит: ну не знаю, нужно вам, не нужно, решайте сами. А он как открыл, мы забыли обо всем на свете. В экспонатах отразились ключевые события страны, развитие сельского хозяйства, освоение космоса и даже сказки Александра Пушкина. Теперь и эти истории можно увидеть в Малаховском музее. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.